Владин, давай по-быстренькому садись в свободное место. Так, ребят, по местам. Так, куда тут? Что у нас свободно? Вот, короче, Владин, найди давайте свободно. Сбивайте, короче, дан. Накидывайте, чтобы новый резнулся. Так, осадные трофейные поверку сыграли. Вон там еще сбоку, чтобы эти мотоциклы подвезли. Сзади нас летают. Ура, я... Так, куда? Садись, где свободно. Все. О, мотоциклы оттуда, да-да-да, заебись. Так, все сбили, отлично. Хорошо, еще пацаны его навезут оттуда. Мотоциклы везите, давайте, молодцы. По-быстренькому. Так, сейчас, ребят, без закидываний. Сейчас просто вот так попробуем пару раз. Если не пройдем, будем закидывать. Ладно, что, давай, расчеты и погнали. Так, стой, так, давайте, проверка, все готовы или не все. Так, отлично, поехали. Танки пуляйте. Отлично. Все, выбрал. Все, давайте, давайте, дамажим. Так, отлично. Поехали. Так, безмолвие, да, подъедь, пожалуйста. Да, как... Посадка вторая, сбей. Посадная Олимпия, быстренько, подъехала. 6 секунд, К7, 8, хорош. Посадка, ты чё? Олимпия, подъедь к Левиафану и жди каста. И нажми двойку потом. Сзади, так, сзади держим, нас хочу, да. Держим сбей, стаки. Да, блять, вы чё не сбиваете? Масло, пожалуйста, не лейте. Не лейте масло, мотоциклы. Ребят, держитесь. О, держите стаки, пожалуйста. Давайте не надо делать самодеятельность. Давай, за все нормально, все нормально. Опа, ускорение, давай поехали. Валим, валим. Владин, нажми щит. Валим, 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 давай. Давай, 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 давай. Толчедан, поднять поближе к толчедану, я подтянул, отлично. Блять, пизда, сука. Так, у нас не стак, у нас у одного стаки упали. У обоих. А мы разрушились. Падаем. Олимпия, почему ты не находишься рядом с Левиафаном? Ему надо косты нет, сбивать. Она находилась рядом, но не сбивала. Я ее видел прямо перед собой, на расстоянии у нее бам. Было нормально. Короче, сбивал. Она не сбила каст. Так, давайте, ребят, падаем. Прошу сбивать каст трофейной осадной машины. Это обязательно. Кто там еще живой? Все, поехали, быстренько, нормально. Кому надо починиться, здесь сразу починились, там чел стоит. Сейчас также. Сможем. Главное, держите стаки, пожалуйста. Это, да давай, короче, знаешь что? Один раз закинем, пожертвуем человеком. Все равно у нас почти все машины фул. А там можно, знаешь, как сделать? Так, смотрите. Так. У нас есть разбойник. Так. Так, мотоциклетку подвезите поближе к боссу. Одну. Так, думаю, разбойник и кот смогут. Я ни разу там не был, я не знаю как. А там, там ничего такого сложного. Смотри, ты сейчас садишься ко мне в разрушитель, да? Там есть кнопочка на пятерке или на шестерке, типа сесть с катапульту. То есть начинается бой,
я тебя катапультой забрасываю на босса, и ты прям падаешь на пушку. И вот эта пушка, которая перед тобой, ты просто убиваешь ее, и все. И он сам тебя автоматически сбрасывает. Когда он тебя сбрасывает, в это время он замораживается. И по нему проходит большой урон. То есть мы можем наносить. В это время ты бежишь, короче, в любую там осадочную машину, либо, короче, мотоцикл, который будет там рядом стоять. Садишься на него, и все. Понял. Ты понял? Да. Да. Так, ребята, давайте слезьте с трофейных разрушителей, давайте посадим разбойника и кота. Думаю, нам двух хватит. Мотоциклетку одну подвезите, пожалуйста, к боссу. И тогда дайте, пожалуйста, пробафайте. Да, дайте бафы, да, да. Раздайте. Ну бафы, там, по сути, не нужны даже бафы. Ну так, ну, это на всякий случай. Ну да, там все равно не дамажит. Посадите в катапульту. Не, зачем он сам? Ты садись, кто будет прыгать, садитесь один к этому в разрушитель и другой на второе место. Потом, короче, сразу пересаживайтесь в катапульту. Вот сейчас так. Кто ко мне сел? Сими. Да, я здесь. Там, видишь кнопку катапульта, да, такая, да. Типа красная. Загрузка. Вот на нее нажимай сейчас. Все, запрыгнул? Вы пока не можете этого сделать. Почему? Вот так вот. У меня какая-то, блядь. Надо слезть, наверное, ну, по новой. Давай, слезу. Опять я запрыгнул. В смысле, я заряжен в пух, он не сможет сесть. Я же пишу, читайте чат. Все, все. Читайте чат, я не смогу говорить тогда. Все, значит, да, у меня кто-то заряжен. Я просто не вижу. Все, Сими, можешь слазить. Можешь в другой там разрушитель залезть, если там не заряжен. Так, сова, а подвези, поближе подвези к боссу. А, он не агрится. Там тоже ты... заряжен. Все. Все, можешь слезать, слезай. Он не агрится. Куда мне садиться, я не понял. Беги, сова, в трофейную осадную машину сюда. Ко мне садись, ко мне, ко мне, ко мне. Потом поменяемся. Там, все, ребят. Так, Сими, ты стак... это, колчедан умеешь собирать? Нет. Я пересяду безмолвие. А, сова, сядь в трофейную, пожалуйста. Сядь прямо за руль. Давай, сядь. Все, отлично. Все сидят, Блур? Ты где, Блур? Я не вижу. Ты сел? Ты там в катапульте, да? Все, отлично. Я слезаю, даю РЧ. Все готовы? Так, отлично. Здесь. Поехали. Сейчас закидываем тогда, когда он выбрал цель. Все, он выбрал цель. Отлично. Забрасываю. Все, я закинул. Сливайте, пацаны. Перед вами пушка. А, я умер, я не успел. Я не смогу настакать. Сейчас там бы. Да. А смысл? Я же не сел в машину. Я успею? Все, я успел. А, нет. Говно получилось. Че, пушку не убили или че? Почему он не останавливается? Да. А где колчи, да? Безмолвие остановить, и тогда на одну секунду и он отстанет. Меня не закидывает, я нажал вашу шестерку. Я в катапульте сижу. Короче, я считаю, нужно опять падать и заново подниматься, и надо нормально хотя бы загрузить. О, сейчас меня только сейчас закинуло. О, потому что кот не прыгает. Нет. Пушку убил, стою как дурак. Не могу даже пробить, типа, центр. Смысл такой, короче, блядь, это, как его... Я одного забросил, там двое были, я не понял, почему, короче, это. Кот сел рядом, я был заряжен, он сел в ту же машину, в котором уже был заряжен я, и его не могло пустить. А, и он вот просто просидел, да, он просидел, типа, челиком, который просто стоял и стрелял. То есть, по факту, он ничего не сделал. Поэтому сейчас, значит, сделаем правильно. Давайте, ребят, слезьте просто с машины, вас быстро кокнет. Да, давайте. Нет.
Ну, знаем. Мы с забрасыванием. Делается остановка. Да. Как и делали сейчас. Потому что сейчас один человек с разрушителя, я так и не понял, как у него это получилось. Он сел, блин, вышел, у меня, короче, не было пассажира. Я его забросил, и кто-то еще сел. Смотрите, Сими, садись к Безмолвию, а Рога, садись к Загогулине. Все, закидываю, вот все, в катапульте. Теперь кто стакает? Так, отлично. Все отлично. Все сиделись? Они спадут. Они прям... Безмолвие. Первый у меня Сими или Сими. Кто второй будет прыгать? Давай я полечу. Так второй, кто будет прыгать туда, там Рога, только на другом разрушителе. Загогулина. Ой, там уже Рога заряжен. Загогулина. Ну. Ну. А второй кто? Кот, друид Сими и разбойник. Нет, ты не понял. Четыре человека. Смотрите, пацаны. Смысл такой, короче. Сейчас один у меня в катапульте, я его кидаю. Тут же, короче, садится, кто у меня сейчас колчедан будет собирать, туда должен сесть ДПСер. То есть, короче, он также садится в катапульту, и я его опять забрасываю. И там четыре человека бьют пушки. Поняли смысл? Там три? А, ну тогда все. Что, блядь? Я просто в 25-ке выбивал. А, ну тогда все у нас заряжено. Я знаю. А нет, стой, подожди. Мы один раз будем кидать. Зачем нам два раза кидать? Так, две разбойника. Нам только один раз надо забросить. Так, давайте по местам тогда. У Безмолвия есть кто? Да, у меня путь. Заряжен. Кто у тебя заряжен? Сими. Вот он сейчас только садится. Так, на печеньке тут заряжен. Отлично. Так, тут это Бону. Сядьте в эту свободную машину. А, так, Энкет. Садись в трофейную осанду, мы с Боно сядем в трофейный разрушитель и будем колчедан тягать. Так, отлично, делаю проверку. Так, стоп, а я могу? Так, Боно не принял. Боно, в чем проблема? Садись в разрушительную, будешь таскать колчеданы. Или в мотоцикл. Да, вот, садись, там можно сидеть. Вот, отлично.
Так, после забрасывания Сими и Разбойник, вы когда сломали пушку, садитесь вот на два мотоцикла, которые рядом стоят, вы будете подвозить Колчедан. Ну что, сбиваем Колчедан? Да, ребят, быстренько сбили Колчеданы. Да. Вроде все, тут больше ничего нет. Пуляйте, что. Все, да. Поехали. Олимпий, пуляй. Отлично. Запускайте. Так, на нас. Уезжай, 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 уезжай. Скорость дай. Подеть как впереди Колчедан, подеть по. Выстрелни, 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 выстрел. Отлично. Ребят, стакаем, держим, стаки, держим. И когда вас выкину, садитесь на мотоцикл, быстренько. И тягайте этот Колчедан к разрушителям. Подеть. Уезжаем назад, давай. Колчедан, Колчедан. Быстрее. За нами этот придурочный. Подъедь, Колчедан, я не достаю. Я подъеду, подожди. Все. Каст, каст, ребята. Колчедан, бери. Так, давайте еще немножко, 20%. Подъедь, подъедь. Процентов, ребят, нормально. Живем. Три процента, ребят. Давайте сейчас. Все. Так, кто умер, заходите в инст. Так, лут давайте пока. Заходите быстрее, кто умер. Да сразу, думаю, раскидываем, кому надо. Только анрол себе скажите, может быть, еще. Разъем. Где тут середина? Так, секунду. Да. Здравствуйте, нет еще. Что? Не-не-не. Так, будем ролл делать после каждого босса. Так, сфера анролл. И у нас один анролл на усмотрение. Так. Формула чар, когда ролим, линкуем профессию. Не, там, если ты ее качаешь, то это. То да, если типа у тебя ее нету. Вот ты ее это, не ролишь. Железный дух, дробящая сила, выносливость, ролим.
Так, никому не надо. На распыл. На Биса ролим. На распыл. А на ОФ? На ОФ куда хотите рольте. То есть никому не надо рольте, а если... Так, бонус. Так, раз, два, три. Загогулина. Зачем не мы это? Загогулина маг. Давай не надо. На ОФ тут человек. Так, Бону выиграл на офспек. Так, шея. Ну, не знаю. Сила, выносливость, РПБ, меткость. Надо кому? Мне. На ОФ. Так, рольте сейчас на ОФ. Так, бурая. Бону. Бону опять выиграл. Латные штаны на танка. Танки первые. Вам надо, нет? Подождите, подождите. Может, я тупой? Но зачем Бону, блядь, меткость и РП? Он что, ФДК, ВАР или Рога? Он же ролили на ОФ спек. А. Роги типа, если человеку надо, на ОФ попускай. Ну, а Рога это что, хуй что ли с горы? У него что, ОФ? Мне просто интересно. Он тоже сказал на ОФ. Лучше Роги, блядь, чем Паладину. Паладину РП вообще не надо. У разбойника тоже ОФ спек, типа, и они уже на равных ролят, понял? А. Так, на ОФ латные штаны. Так, Энкет, ты на ОФ или на мейн? На ОФ. Так, больше никому не надо. Раз, два, три. Все, Энкет забирает. Так, едем на Острокрылую. Сейчас, да, будет ребаф. Сейчас все будет. Да, я рыбу поставлю, все нормально. Мак, если не трудно, поставь столик. А лок можешь поставить огурцы. Пригодятся раны. Так, давайте, ребят, все подбегаем быстренько. Ребафаемся, бафаемся. Так, смотрите. Так. Паладин, протопаладин, ты давай всем каски, а Бону, кресты и кулаки. Рыбу я поставил, вот она стоит. Кушаем рыбу. Так, ребят, у меня просьба, в лужах не стоим, РДДшники и хилы, мы стоим в этом круге, вот он отмечен такой коричневой линией. Все, далее танки, когда мы ее спустим на 50%, вы каждые два стака меняетесь. Все остальные... Фу, на танков. На протопал, если что. Так, первую это, как она спустится, короче, сразу герой можно... Да, как она первый раз спускается, даем Геру. Так, метки. Паладин у нас мейн танк ДКО. Так. Подождите, стойте, стойте. Что-то не то. Что-то так, шум. Даю готовность на проверку. Посмотрите, кому что не хватает. Стойте, прием. ДК, по-моему, в ДД. А Мишка... Я офф-танк. Еще раз. Офф-танк я. Так, власть у тебя крови стоит. Ну, в смысле, мне сейчас никто не говорил танком идти. Или сейчас два танка. Я один затанчу, не надо. Вот я про что и говорю. Так, ребят, готовность. Все готовы? Кому что не хватает? Так, отлично. Кот, будешь на... Нафига, я буду на гарпах. Ну хорошо. Ну, в смысле, это запускать я локом спокойно, ТПшнусь и все. Да.
И стоим глубже. Так, танки, готовьтесь. Гарпунная вышла. Часовой вышел. Второй часовой. Вот как гарпуны будут готовы, сразу опускай. Готово. Все, готово, ребята. Ребята прожали сейчас. Геру дал шаман. Максимальный ДПС. Больше дамага, больше. Отлично. Так, ребят, приоритет те, кто с маной. Так, ребята, свичнулись дракона. Доводим ее. Все, ребят, все за спиной, либо сбоку стоим, не лутаем его урон. Неплохо, неплохо. Так, поехали. Глаз, Проматерия, РДДшники ролим. Раз, два, три. Загогулина выигрывает Триню. Кожаные сапоги. Так. Мы
больше никого не надо. Раз, два, три. Буру забирай. Отлично. Пойдем сбрасывать. Так, стаки сбросились, поехали. А что, стыгнется кому-то что-то надо? Может, скипнем? Да, безмолвие, что-то надо. Так, давайте первый череп. Так, просите рейд, пожалуйста. Один танк, ты сможешь Игниса с мобами поддержать? Угу. Отлично. Типа надо сначала постоять, чтобы отхилили дебаф, потом ехать. Тут друид сдох. Неплохо, неплохо. Так, давайте с правой стороны начнем. Лок, звезду бань. Без метки сливаем. Косты кикаем вот этому. Рыц, давай вставай, беги. Быстрее будет. Мы в бою. Так, Лок, разбань того дальнего. Все, танк, лови. Рога, что у тебя стана нет? Так, опять каст. Прошел. Рога, стана, сбивай каст. У тебя... Все должно получаться идеально. Ну, меня что-то выкинуло в момент. Удар по почкам называется. Так, то же самое. Звезду Лок банишь. Этого мы сливаем. Горота не сбивает, сало не сбивает, прерывание не сбивает. Только стан или притяжка. Или тайфун. Владимир, вы можете издать оглушение, но тоже сбиваем. Да ёб твою. Вроде сбили, чё за херня? Это первый еще. А почему второй раз банился? Лок, забань. Пусть стоит. Нам не нужны тут тарзанки. А теперь разбань. Бонус, собери вот этих всех четверых, и все мы идем в мили-зону. Крутаните баф, что ли? А чё, давайте вот трэш добьем вот этого и пойдем. Трэша в кучу с этим. И все в мили-зону, ребят. Все, бьем в мини-зоне.
чтобы они не прыгали, не бегали туда-сюда. Отлично. Отпились, поели. Кому что не хватает, пишем. Так, делаю проверку на готовность. На пол, на танка рога. Танк, если ты знаешь, что надо делать, его надо развернуть, будет от рейда. Так, по готовности пуляй. Влад, подыкай, киньте. Поле паладин. Да и пожалуйста, кулак под ДКшники. Так, прохил в кувшине ДК. Под жопу босса встань. Встаньте с мобом все под жопу босса. Так, прекратите чтить. Прохил. Так, прохил за Гогулину. Стопкаст, стопкаст. Так, прохил Симми. Топкаст. Прохиливаем, прохиливаем. Олимпий в кувшине, прохил его. Топкаст. Так, Family Bone в кувшине прохил. Под жопу. Непонятно, под жопу с мобом. Так,
Загогулина в кувшине просил. Встаньте на край бассейна, блядь, чтобы босс не дергался, к вам далеко не бегал. А, процент. Стоп каст. Отлично. Левая рука, выносливость, интеллект, дух. Family Bond выиграл. Раз, два, три. Кисти рук кожаные на рогу Нферала. Ролим сейчас на офф. Так, Блура, раз, два, три. Забираешь. Так, сейчас... У нас физрук, попрошу выпить фласки. Сейчас будем в хейме убивать. Ну да, такая же. Ничем не отличается. Только хп побольше. Так, ребят, сначала сливаем техников. Так, держим рейд. Подбежали все быстро. И стоим кучнее. Так, все подбегаем, даем массовый ребаф. Сейчас ставлю рыбу. Так, фласки выпейте, у кого нету. Здесь нужен дамаг. Так, ставлю рыбу. Вот она стоит, кушаем.
Да. В печеньку мы будем сводить туда светлые сферки. Фиолетовые сферки относим в бок. Не бегите так далеко, чтобы хилы вы смогли прохилить. Так, далее. Когда падает сердце, прожимки мы сейчас не отдаем, а отдаем только в сердце. Наша задача слить сердце за... как можно быстрее. Далее у него начинается хэмот, у него пул хп, и у него появляются новые способности. Он будет призывать мобов постепенно. На них не обращаем внимания. Далее он начинает топать вот так вот руками. Задача хилов прохилить это. И все. И желтые сферки, когда отнесете в печеньку, вы появляется такая фиолетовая сферка. У нее 100 тысяч хп, 120. Ее сразу залить. Все, ничего сложного вроде нету. По идее, мы и без Геры залил. Так что, возможно, можно будет Геру ставить на перфект. Сейчас проверим как раз. Давай, проверим без Геры сначала, а потом дальше посмотрим. Да, Бону, ты где? Так, отлично, танк по готовности пуляй. Так, ребят, подойдем ближе. Сейчас он его придет сюда, сам поближе этот босс. Так, безмолвие, вышел отсюда. Из рейда вышел, безмолвие. Недалеко, чтобы тебя прохилили. Отлично. Так, безмолвие в рыжую мету, забеги. Все, это не тот баф. Так, в сердце. ДКшник выбеги. ДК. Сердце заливаем, заливаем. Больше дамага. Так, а ДДшники справа идут мелкие, их надо убить. Сейчас можно делать, давай. Так, желтая теперь идет в... Да. Сейчас, ребят, готовимся, и желтые сферки, где сейчас стоит крест. Там вылезет сфера. Заливаем сейчас сферу. Темная вышла отсюда, Олимпий. Вот сейчас вот, Геру давай. Геру. Так, ребят, прохил, хилы, пожалуйста, не уроните никого. Хилим. Хорош. Загогулина выбежала отсюда. Искра. Искру залить. Побили, Бонни, выйди отсюда. Выйди. Бону, там на следующий топ отдашь свою насаку. Сфера сзади, ребята, сфера сзади. За боссом не идите. Так, массакра. Не роняем никого. Искра. Искра появилась, заливаем. Ребята, она прям перед вами. Друиды, на следующем топоте оба спокойствия дадите. Сейчас а, спокойствие отдали. Давайте, давайте. Отлично. Да, ребят. Искру залили. Блять, сейчас. Быстрее искру, ребята. Свичнулись в нее. Снова в босса. Загогулина. Вышла из рейда. Так, там стой.
ШП, сейчас готовься гимн на ХП. Даю гимн. Прохил рейда, сфера идет. Так, нормально, нормально. Хилы что по мане? Темную метку вынесли. Так, вы дали тотем, отлично. Сейчас моя. Прохил рейда. Сейчас массакру. Сейчас искра будет. Искра вышла. Искру. Отлично. Выхожу. Давайте 25%, ребят. Так, даю гимн на ману. Искру залили. Искру залили. Бону, там у тебя вроде сейчас откатилась сокрайся. Давай. Помогаю прохиливать, ребят, прохил, прохил, помогаю прохиливать. Все, доливаем, мы должны успеть. У кого огурцы, искра. Если остались, так, искро. Девятьсот тонн, ребят. Так, прохилю. Помогаю прохиливать. Давайте, ребят, 9%. Ухуй на искру, давайте с босса вливаемся. На искру похуй вообще. 300 тонн, ребят, давайте, мы можем. Ну, можно было вынести хотя бы. Все отлично. Так. Прохильте, прохильте лока. Блять. Так, встаем, павшие. У вас тут телепорт рядом. Че упало-то? Да, ну... А тебе что надо? Такое себе, конечно. Так, поехали. Кольчужные кисти рук. Тут на Энха, на Ханта. Так, давайте, кому на оф надо, может паладину ретрик собирают. Не знаю, кому их отдать. Шаман. Шаман, тебе нужен на энх кисти рук? Так, ладно, на распыл, ребята, ролим. Забегулина, Бону. Бону раз, два. Три. Бону выиграл. Бону забирает. Так. Грудь. Нейлема. Крит, скорость, силу заклинаний. Или шаман, тебе нужна? Так. Так. Хил, паладин, тебе на оф нужна такая? Нормальная. Так. Олимпий, раз, два, три. Забираешь. Латный нагрудник. Сила, выносливость, РПБ, скорость. Энкет. Энкет, раз, два, три. Отдаю энкету. Запястья кожаные. Сила, атака, меткость, РПБ. С сокетом. Да, с сокетом. Ролим. Так, блура. Блура, раз, два, три. Все, блура побеждает. Так, робот, кому нужен, забирайте. Так, отлично.